после вчера Ведьмака третьего на скеллиге, короче, приплыл, вспомнил, что баба, которую медведи на пир пустила, казнили, и совершенно случайно наткнулся на ее тело, приделанное к скале. Веселая история у вас, да. Что-то как-то надо это самое. Немножечко чатик. Так. Так, Овен это 8. М это у нас Дева, по-моему. Ну, это знаки зодиака. Эта штука это весы. А, не, погодите, это рак. Это, по-моему, у нас лев. Это, ну, это, да, окей, это знаки, это стрелец, это водолей. Часы. На 6. Цифры на скалах. Я все вот точно не помню, но помню, что вот это Овен, это... Блин, то ли рак, то ли что-то еще. Что-то из этого лев. Рыба, по-моему, N, такая завитушка. Это точно весы. А что мы вообще здесь ищем? Просто выйти надо? А, с чего бы начать, он решил? Солнце и луна. Окей. В алхимии это золото и серебро. Стоп. Что-то подобное было в письме. Нажмите... Окей. О, похоже на часть символа. Завитушка это козерог. Ага, спасибо, Алис. Тут Дрейк настолько проработан, что в нем полигонов больше, чем извилины пекаря. Лалка. Так, окей, ладно. Приблизить L2. Дьявол испанцы поймали меня, теперь я жду своей участи. Вице-королевство Панамы меня обвиняют в пиратстве, суд чистая формальность, абсолютно ясно, что меня вскоре повесят, признаюсь тебе. Я был в команде капитана Генри Эвери, вместе с товарищем участвовал в ограблении индийского суда Ганги Ксуай. Мы много законов божьих нарушили, много чего натворили. Ультимейт Чейс Комиксман сообщает. Спасибо большое за поддержку. Так. О, любящий отец. Окей. Перевернем. Вот и вторая часть. Так. И что? Может это самое свернуть? Ну, да. Типа. Вот так лучше. Так, тут знаки зодиака. Да. Это стрелец, а это скорпион. А, скорпион, окей. Тут вроде ничего больше нет. Так, вот стрелец есть. Стрелец равно 10. Скорпион... Скорпион равен 2. То есть нам нужно искать камешек с цифрой 10 и камешек с цифрой 2. Да. Камешек с цифрой 10 у нас вот. Римская цифра 10. Ничего. Как там в письме? Или стрелец и... Правильно я понял? Стрелец и... Да, и это самое. Два и десять. Знак Скорпиона и римская цифра 2. Ну, вот знак Стрельца и римская цифра 10. Давайте сначала начнем с двойки тогда. Я найду здесь. Похоже... Похоже вот на это. Римская цифра 2. Окей. Нет. Я что-то упустил в письме? Два и десять. Двенадцать? 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 Десять и два. Крест и две черты.
Ди, не тупой. Ух ты, что у нас тут? Да это же Иисус. Digna factis recipimus. Как это переводится? Я типа должен знать, наверное, да? Это же латынь, я полагаю. Digna factis. Иисус, в смысле? А, ну, кстати, у Иисуса же должны они быть. Ну ладно. Тут веревками как-то. Это не распятием, правильно? Классно, могу вертеть. Вертеть, как захочу. А, ну окей. Больше ничего. Ладно. Пора назад. Все. Я пришел сюда ради крестика и... Сейчас на меня будут агриться, да? Мертвый ДД, которого вы убили, да? Надо смотреть под ноги. Большой начинается с малого. Так это значит, что отсылка? А черт подери, нужно еще что-то найти. Большой начинается с малого, то есть мы нашли первый этап. Блин, то есть... нам, короче, дали подсказку, типа 1 и 2, да, такие, давайте сложить 1 и 2. А тут есть просто стрелка, которая указывает на тот камень, который нам нужно было достать. Как бы... Что? Ну ладно, ладно, допустим... Допустим, 12. Блин, у меня же пистолета нет. А, Каксус, 1488. Спасибо за фоллоу. Так, и... Окей. И что, мне просто спуститься вниз, наверное, надо? L1 и вниз. Он реально читает мою мысль? Натан Дрейк. Что теперь? Прыгай. Не так, прыгай. Чёрт. И вниз. Ладно, я понял свою ошибку. Там еще какая-то дичь. Что теперь? Надо туда запрыгивать, да? Ну, механика точно такая же мне, типа. Минуты 3 прошло. Ну, ё-моё. Ваши твинки, я-то уж обрался, думал, нормальные люди пришли. Так, и чё, нам вниз, типа? Мы же умрём, да, опять? Просто вниз. Почему он не хочет обратно залазить? Да, нам надо так. А может быть вот сюда? Ну не туда! Но он не хочет. Как со 1488. Типа, всяко бывает. Почему он обратно... Он обратно не хочет залазить. В чем проблема-то, типа, его? Типа, вот... Что не так? А. Окей. Я не знаю, он, типа, просто... А у тебя есть готовый алерт на сабскрайб? Давно, они уже 3 года лежат без дела. Так, ну нам, видимо, просто прыгнуть. А, то есть мы если сейчас просто прыгнем, то мы просто... Или нам нужно спуститься, прыгнуть и... Окей. Нормально. А вот Рейв так не может.
Да, гироскопом. Также гироскоп использовался в Heavy Rain, допустим. Когда там надо было. Ну там это правда было, типа, по-моему, сына только катать или что-то такое. А сейчас, типа, казуальщина. Бедное мое плечо. Типа, ну у меня горит, кстати, эта штука, да, она горит синеньким. Неплохо. Дальше. Вон, Варгас. Хочу в долю. Я с вами. Долю захотел. Долю в чем? В этой штуке? Пусть берет себе часть крестика. Я не против. Ага. Вообще похоже немножко на ловушку, но окей. Воу-воу-воу. Вообще нормально так. Готово, да, нормально. Ему дал еще три, который использовал полтора эксклюзива. Но использовал же, потому что просто ленивые разработчики. Черт подери. Хорошо. Да, нам. Да. Опять не сюда. Это что за пальма? А, угу. Так. А мы почему мы не можем просто убежать сейчас, например? Ну, он посмотрел вверх. Прикольно. Добрался. Как успехи? Дрейк? Дрейк. Там было пусто. Если где и спрятана подсказка, я ее не нашел. Уверен. Ты хорошо поискал? Наверное, я упустил что-то в письме. Вдруг имелась в виду другая башня, которой нет давно. Ну да. А может, чертежи какие остались? Схемы построек? Может быть, есть какой-то архив. Ага, хорошо. Тогда поищи там. Вдруг чего накопаешь. А я поговорю с Сэмом, он эксперт по Эвери. Может быть, он во всем этом разберется. Ладно, я залезу в архив. Да. Повернись. Ага. Родился стариком. Да. Это болезнь графония. На самом деле. Так. Когда с ним поговоришь, свяжись со мной. Хорошо. Вали. Ринга, если еще раз полезешь в драку, загремишь в карцер. Надо же, какая экспрессия. Ну и актер получше. В нем умер актер, да. Ну то есть хватит читать мои мысли. Ну что такое? моя любимая дичь. Можно субтитры? Хотя бы для этой дичи. Испанской. Господи, ну у тебя и видок, ты живой? Ну, издержки производства. Пошли. Эй, стоп, стоп. Давай-ка не нагнетай саспенс. Ты был прав. Не нагнетай саспенс. Мы были правы. Сейчас найдем Рейфа и... Рейфа. Ну, только не начинай. Слушай, сам сказал, что это мы нашли. Ты и я. А богатенький ублюдок просто упал на хвост. Сколько мы пытались сюда влезть? У нас были зацепки. Да не было. Вот по нулям. Будем честны, без Рейфа и Варгаса мы б сюда не попали. Да, кстати, о Варгасе. Есть... Да ладно, мач растерешь. Сейчас катсцена закончится, да, мы да. Поговорим. Но сперва письмо прочел. И что он теперь хочет? Тем более это 720p. Черт. Рейф, если кто-то еще об этом узнает. С Варгасом я вопрос решу, не парьтесь.
Сейчас давайте обсудим более важные вещи. Ладно, пойдем только. То есть у вас на Твиче еще хуже, чем... Ага. Чем у меня. То есть это вообще жесть. В мультиках, ну, наверное, все, в трейлерах. И Джай. Так, ну и что ты нашел? Охренеть. Эй. Можно? Аккуратней только. А вот эти события, они после третьей части. Не, они до должны быть. Даже до первой. Инвестировано серебром. Неплохо сделано. Он пустой. Зачем так старательно прятать выдолбленное деревянное распятие? Это не распятие. Формально распятием называют крест Христа. Это не распятие. Это не Христос. Да, ни тернового венца, ни гвоздей, но если не Христос, то... Ну ты прочитай. Digna factis recipimus. Мы получаем... Нам воздается по делам нашим. Ага. Нам воздается по делам нашим. Ну, знаешь, детство в католическом приюте. Святой Дисмос. Да, благоразумный разбойник. Но какая связь? Робин Гуд, что ли? Так, а теперь для тех, кто прогуливал воскресную школу. На Голгофе Христа распяли между двух разбойников. Один разбойник потешался над ним, а второй, вот этот, раскаялся. Он смиренно принял наказание за грехи. И Христос забрал его в рай. Благоразумный разбойник. Что? Ты понял? Существует собор Святого Дисмоса в Шотландии. А в Шотландии теряется след Эвери. И это не случайно. Нет. Не случайно. Честно, я в вас сомневался, но... Пошли найдем Варгас. Пора уже на свободу. Дай угадаю, это с ним ты поссорился? Не знал, что у него столько друзей. Мира, я на сгонасте, ясно? За точки пришел. Пелс. Началось, сейчас драка будет. Короче, я... Так... А в смысле? Я жал как бешеный на эту вашу кнопку. Че? О, слышите, вот это было неплохо. Жму на всех. Что? Перекат. О! О, перекатывайтесь! Все, легчайшее. А если переждать, пока они там дерутся? Да в смысле, я там. Помогаю. Перекатываюсь. Хорошо, вас заметили. Блин, а чё вы в это самом, в пятером-то? Ну, вот эта анимация классная, но она повторяется, конечно. Как они вдвоем классно за это самое разбивают. Пати, тимплей. А где третий, кстати? У нас же третий был пацан еще. Или его уже за это самое? Какой гринка началось, ну? А, вон он раскидывает тоже их. Да в смысле? На! Давай! Да знаете песни, короче, там, как я избежал удара, ты господи. Да в смысле? Как еще быстрее это нажимать? Вы что, издеваетесь? Все, катсцена началась. Блин, сложно понять, началась катсцена, это не, уже... Что он сказал? Все нормально. Подмышь, нож достал. Сейчас нас обыщут. Что, контрабанда? Варгас. Запнись! Кем себя возомнил? Явлосу Селда! А что, они ругаются? Ты.
Деханес. Кинь еще за 4000. Деханес. Ну и гей, ждем-с. Что за спойлеры? Ты не торопился. Нас чуть не убили. Еще могут. Где это самое? Магас, ты что? О, я ничего не нашел. Может, не та башня? Ну? Меня воспитывали монашки. Крест всегда со мной. Смешно. Эй-эй-эй, он же ничего не стоит. Я вам что, идиот? Ты хочешь изменить условия? Ладно, только давай без этой пурги. Убери нахрен пушку. Спасибо. Мы дадим тебе 10%. Немало. Мы делаем всю работу. 20. Без нас ничего не найдешь. 25. 25, типа, как их. А это самое. 25. Не хочешь? Что скажете, парни? На одно место сходить. 25%. Ну что, согласен. А как Хитман нельзя, типа, убить и переодеться в его одежду? Значит, договорились? Да, договорились. Хорошо. Но если вы еще хоть раз... А, все-таки можно. Господи! Вот и все. Ты что, совсем рехнулся? Хочешь проверить? Что делать будем? Дальше все по плану. Это часть плана? По плану? По какому плану, алло? Мы знаем это, про наличие этого плана? Похоже, что нет, окей. Куда бежим-то? Маяку. Варгас сказал, лодка будет под ним. Варгас, да в смысле, почему по мне стреляют? Тупик. Окно. Окно. Все идет по плану. По какому плану? Какой маяк? Господи, я должен еще и прыгать. Ё-моё. Я допрыгну? Да какая к черту разница? Мы в любом случае трупы. О, нормально. А тот парень, у которого ключи от катера за нами бежит, нет? Блин, вы шутите слишком сложные шутки, ребят, вас не понимают. Кувыркаемся, кувыркаемся. Хорошо. Да, так, хорошо. Ну бегом! В смысле? Я за тобой, иди дальше. В смысле, ты что, вью не то самое? Я, блин, бежал за ним, а что теперь? Что теперь? Тот парень... Не-не-не-не-не, не мой брат. Тот парень это третий чувак, который, у которого у него ключи были. Мой брат вот, не тот. Чё, что вы хотите? Чтобы я кунг-фу показал? Давай, сэр. А? Я думал, сейчас будем летать на 3 километра вверх. Нормас, погнали. В смысле? Ну, господи, давайте уже. Куда, 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 куда? Вот что это такое? Даст, да, а, жаст дэн, а, блин, я что-то провафлил, что типа нам сюда. Так, не знаю, го, сюда прыгнем. Офигительно. Конечно, у нас проблемки. Небольшие такие. О, нас не кинули. Нормас. Вот, это анимация топовая. И все, и кидаем. Он справится. Да в смысле, я первый ударил? Ты че? Ща, погоди. Иди как-то быстрее скапливались. В смысле, когда поиграть дадут в еще? Я жму на кнопки как бешеный, без остановки. Вы понимаете, что как бы
Это у вас, возможно, кажется, что тут ничего не меняется, но я реально, я просто как бы по КД жму кнопки разные без остановки. Они повсюду. Ничего. Ну логично, они же охраняют тюрьму. Они, понятное дело, что они будут повсюду. А, я не... Охранники тюрьмы не хотят, чтобы вы сбежали, действительно? Это типа их работа, как бы, чтобы не враги, чтобы не сбегали, да? Фиг с ним, прыгаем. Да, это же нормально, погнали. Отпусти поесть, ага, я... Пока я не пойду есть, никто не пойдет есть. Окей, нас не видят. Хорошо. Никаких куриц. Так, прыжок, я не знаю, ну давайте прыгнем. Разработчики за ручку ведут, да блин, вы чё, это же Uncharted. Сейчас мы попадем в локацию какую-нибудь, где я буду бродить 30 лет. Это пока все флешбеки, они типа такие. Напрыгивать, хорошо. Может не флешбеки. Хорошо, во стене, я понял. Все, все, перестань меня стрелять, кувыркайся, оживим. Dark Souls прошел, нет, не прошел, оказывается. А, первый раз видишь такую игру? Даже четвертая часть Uncharted, да. Сэм, давай. Давай, хорошо. Жара. В смысле? Вы чё? Я же только нашел своего брата. Руку вторую давай. Сэм, чё за дел... Вы чё, он же был в... А, его взяли и убили. Его больше нет, быстро, лодка прямо под стеной. Прикиньте... Не могу его бросить. Нейт, твой брат погиб. Выбирай, ты со мной или с ним. Как хочешь. Прикиньте, короче, это рекламная кампания на самом деле была, что у него брата вернули, а на самом деле не вернули. А такое скучно мне, ну, все же таки вы зашли посмотреть на стрим. То есть, ну... А, лодка реально есть. Окей. Я не знаю, если приключенческая игра, в принципе, вполне неплохая. Я принимаю участие, по крайней мере, в геймплее. Хочу, так ты все и делаешь, как бы, вот, это побег из тюрьмы, я сейчас дичайше нажимал на все кнопки. Типа, да, это QTE по факту, но, блин, как вы это хотите сделать? Чтобы это было не QTE? Не знаю, невозможно. Это адвенчуром. Экшен адвенчуром. Надо переделать опять хромач, потому что темнает. А, теперь я сам стал хромать. Окей. Там пока все равно всякие титры идут. Но мы досидели до начала игры, по крайней мере. Я не люблю игры, когда разработчики за меня все решили. Ну, тогда можно не играть в игры в принципе, потому что это все такие игры. Только идешь вперед и мультики смотришь, нет. Ты не прав. Типа, если вы нажмете кнопку вперед, 15 лет спустя. Сколько же лет Натану, это же жесть. Готово. Спустился на дно. Так,
сигналу, ты на месте. Груз не видно? Нет. Пока нет. А вы ничего не засекли? Ничего. Ладно, поплыву по течению. Понял. Будь на связи. Хорошо. Все вроде нормально теперь. Эй, по моим часам у тебя четверть баллона. Всплывешь? Дело в Малайзии. Я уже рядом. Блин, вы посмотрели на графон? Погоди ты. Ладно. Прощайте. Девочки, шутите. Удерживайте кружочек, чтобы нырнуть. Окей. Что? Тут, опять тоже наверняка миллиард всяких секреток и тому подобное. Каждый... Так, стоп. Абсолютно в каждой игре разработчик решает, что вы будете делать. Так что, я ну... Я что-то нашел. Что там? Цвет совпадает, ржавчины еще нет. Похоже, когда камни ударилось. Что ты там бормочешь? Прости. Похоже на кусок нашей фуры. Наверняка она рядом. Не испытывай мое терпение, Дрейк. Не испытывай мое терпение, Дрейк. Мало кто знает, но однажды, давным-давно... Вот ты где. Нашел. У меня был никнейм Дрейк. Как выглядит? Побито, но... Как выглядит фура? Целая. Как фура? Я не знаю, типа. И ладно, давайте посмотрим, что. Что тут у нас? Ну да, целая. Так, я вижу гроз. Вроде все ящики на месте. Пересчитать их можешь? Это надо внутрь пойти. Подожди. Есть песочницы, в которых есть просто инструменты для игры, что делать уже решать игрокам. Нет, вам разработчик решил, что делать. Типа, он ограничен. Все равно не существует идеальной игры. Поехали. Поехали. Типа, разработчик дает вам инструменты, тем самым ограничивая круг действий этими самыми инструментами. То есть, по факту, разработчик решил, что вы будете делать в этой игре, так или иначе. Доброе утро. Так, я внутри. Вроде. Большая часть привязана. Так, значит, 1, 2, 3. Вопрос лишь вариативности. 5. Похоже, не хватает двух ящиков. И сейчас мы будем эти ящики. Стоп. Ящики искать, пойдем. Может, поднимешься за новым баллоном? Наверняка рядом. Справлюсь. Тут вообще коридор, но. В Думе, допустим, новом той же коридор, так что теперь? От того, что здесь коридор, игра хуже не станет. Типа, игры эволюционировали из прямолинейного коридора в разветвленные коридоры, потому что почему бы нет? А можешь взять сейчас сеть на корабль и уплыть куда хочется? Зачем мне плыть куда хочется, если я прохожу историю Натана Дрейка? Я не... О, так, погодите. Я не самое, не создаю новую историю. Я участвую в уже произошедшей истории. Повторно нажимайте X, чтобы поднять ящик. Повторно нажимайте X, чтобы... А, ну мы типа ластами фигачим, окей. Сюжетно ориентированная игра, да. А потом эволюционировали в открытый мир, не существует открытого мира, ну. Так, один ящик закреплял. Теперь попробуй найти второй. Ладно. А существует, типа, он хочет, что ты хочешь посмотреть? А. Как ты? Нашел второй ящик. Первый раз мимо проплыл. Вот типа и фикли. Как я должен был его найти? Короче, прицепи фуру, и мы ее поднимем. Видишь, вот за это тебе и платят. Ну да. А куда должен прицепить? А вы спускаете? Все, на месте. Майнкрафт закрытый мир, по-твоему, да. Так, я взял трос. Сейчас... Вы не можете улететь в космос в Майнкрафте. Да, прицепить ты его сюда.
Ну и? Я заматываю его, типа. Вот так, один есть. Окей. Ты за воздухом, ты следи. Да, да, да. А, еще один, ну все, понял. Не дурак. В реальной жизни улетит, да как нефиг. Просто нужно много денег. И времени. Либо много денег, либо времени. Как бы. Так. Плываем. Пляем. Пляем, говорю. И второй. Фура подцеплена. Можно тащить. Ладно, отойди, мы ее поднимем. Началось. Ну блин. Серьезно, в Майнкрафте нельзя улететь в космос. О какой открытости может идти речь? И не убьет, я надеюсь, ей. Так, хватит? Да, вполне. На меня не уроните. Ха-ха, постараемся. Вот в смысле постараемся? Нашел второй ящик. Положу к остальным. No Man's Sky. Вот No Man's Sky ближе всего к открытому миру. Но пока неизвестно, что из себя игра представляет. И что в ней делать? Давай. Чисто исследовать? Или что-то будет еще? Посмотрим. Так-так. Такс-такс-такс. Сейчас все начнет рушиться к черту. Груз в целости и сохранности. И воздуха еще на 5 минут. Надо же. Ну, может, ты еще полазишь, поищешь там другие сокровища. Не, хватит. Тебя прокатить? Да, пожалуйста. Будешь готов, дай знать. Нормас. Погнали. Или че, или мне нужно забраться в фуру? То, что вы от меня хотите? Погодите, ну типа, дай знать, когда буду готов. Да, окей, я готов. Каким образом я должен вам дать знать, что я готов? А, или мне нужно какой-то... за трос зацепиться, имеется в виду? А, да, вон, типа, показан. Я на месте, вытаскивайте меня. Не вопрос. Поднимаем. Чем ближе к реальности, тем лучше. Да. Именно поэтому аниме не нужно. Ну, красота. Ты как, Нейт? Я рад, что вылез из реки. Неделю буду рыбой гонять. Ладно, держись. Сейчас тебя примем. Держусь. Примем. Ну что, на мусоропереработке работал или? Я могу спрыгнуть? А логично, что нет. Рад, что вернулся, друг. Да, сам не нарадуюсь. Рад, что вернулся. Бросай снарягу. Держи. Спасибо. О, баллон-то пустой, что ли? Я облегчаю тебе работу, а? Говори с грузчиками, ща побазарим. Сталкашу? Кто такой сталкаш? Дрейк, скажу прямо, работать ты умеешь очень шустро. Это комплимент? Я потрясен. Не, наповал поражает твой запах. Если бы он был на большой глубине, но он не на большой глубине. Мамку твою напоминает. Ты еще ноги... Лол. Там была шутка про маму, я слышал.
Вы как вообще, типа, тут высота, два человеческих роста. Я прыгал с высоты трех человеческих ростов и как бы нормально. На землю. Тут, ну окей, тут пол типа бетонный, ну железный, металлический. Но он здоровый мужик, черт подери, вы смеетесь? Какие ноги? Так про мамку. Что-то про мамку, да. Нормас. Передаст мамке. Ну я понял, понял. А мы можем спуститься вниз? На землю. В смысле упасть? Упасть и приземлиться планово — это разные вещи, ну. Бюрократы отстают от жизни лет на 10. Потом закончим. Мой герой. Пошли, глянем, что ты принес. Давай в следующий раз кто-нибудь другой поработает. А ты отдохнешь. Все. Мы прошли игру, давай кто-нибудь в следующий раз поработает другой. Что мне нужно делать? Го еще побазарим. Просто спрыгну на прямых ногах. Все, пойду пересматривать сейчас. А. Вы нашли сокровище? Опа! Первые ачивки поехали. Нормально. Набиваем халявные ачивки без регистрации смс. Давай. Окажешь честь? Давайте, как нефиг. Что я должен сделать? А, давайте. Да, давай. Спасибо. Шутки про мамку, сразу видно целевую аудиторию игры. Да, 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 да. Именно так. Ну что там, сибирская язва? О, ты смотри. Медный клад. Ну ты не поверишь, сколько эта хрень стоит. Потому-то клиенты платят такие деньжищи. А может, лучше на монетки переплавим? Ладно, пошли отметим. Первая кружка за мной. Что, с вами по барам? Не-не-не, без страховки не пойду. Я лучше сейчас сяду, оформлю все бумажки и потом домой спать. В другой раз. Ладно, как хочешь. Эй, ты молодец. Спасибо. Медь не мокрая, 0 из 10. Отказался пить 0 из 10. Медный провод. Ну, подработка. Все пойдете. Только торрент. Да. Подожди, Нейт. Нейт, постой. Эй, какими судьбами? Для тебя презент. Презент? Что это? Письмецо. Весточка из малазийского источника про затонувший корабль. Опять. А, весь груз целый. Да? Подходи и бери. Упорный. Знаем мы ваш. Всю сумму на тех расходы нам перевели, все готово. Кроме моего лучшего парня. Я ему доверил бы это дело, а он слился. Слился? Нет, я даже не возьмусь. Скажи у этого источника. Есть разрешение? Нет, у него нет. Они никому не дают разрешения. Конечно. Но пойми, ведь это же нам только на руку. Нет разрешений, значит, нет конкурентов. Корабль наш. Без разрешений не полезу. Как это вон он есть? Нейт, он, может, он подкрашивает? Наша пенсия. Для нас обоих. Уж не знаю, как ты. На висках вон. Хочу ковыряться под водой до 60 лет. А ты? Не хочу в тюрьму. Нет. Слушай, я не могу. И тебе не советую. Но ты возьми почитать. Ради меня. Я не передумаю. Тем более, чтоб не почитать. Правда? Привет, Карли и ребятишка. Передам. Я на тебя не давлю. Но ты подумай. Лет 45, ну, 15 лет, 30. Да, как-то так. Видно, серьезная работа. Я могу вертеть, пока он говорит. Круг поисков сужен. Эх, было бы круто. Круг поисков. Вот он ушлый. Нет, нет, нет. Не-не-не-не. В этот раз без меня.
Что у него папочка-то? Подготовился. Сейчас мы посмотрим. По-моему, есть, ну, типа, обычная жизнь. 1982 года рождения. Ну, я бы не сказал, что седины нет. Ну, фиг знает. Непонятно. Может, парик? Ха, кто его знает?